Всем привет! Сегодня у нас последний день лета. Последний день лета, который означает, что все, в Сочи наступает календарная осень, которая по факту у нас наступит только в конце октября, ну там плюс-минус. Еще будет у нас бархатный сезон, бабье лето. Совершаю прогулку по нашему лесу. Он уже достаточно пустой. Цветов мало. И плодов нет. Самое главное, грибы появятся здесь только через месяц. А то и больше. Вот это место, где у нас черные лисички. Их тут много. О, змея. Я хочу дойти до места, где у нас есть белые. Где белых очень много. Ну, обычно бывает. Все зеленое. Да, по команде, конечно, осень в Сочи не наступает. Все пересохло. Все наши ручьи. Западный, длинный, восточный. Все сухие стоят. О, ведьмино болотце даже. Почти высохло. Так, смотрим. Нету? Пока нету. Ну и дождей как бы особо не было. Завтра первый день осени. Надо поехать на дачу. Траву покосить. Небось по колено уже. Сколько здесь бука. Даже колокольчики отцвели. Все. Последний день лета. Сегодня столько дел запланировано. Ужасти.